Москве состоялось торжественное собрание, посвященное вручению ордена Октябрьской революции телеграфному агентству Советского Союза. В президиуме член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС Гришин, секретарь ЦК КПСС Зимянин, представители партийных, советских и общественных организаций, журналисты. Поздравив всех работников ТАСС с высокой наградой, товарищ Гришин пожелал им новых успехов в труде на благо советской отчизны и передал теплые поздравления и добрые пожелания Леонида Ильича Брежнева. Орден Октябрьской революции на знамени телеграфного агентства Советского Союза. От имени всех работников агентства генеральный директор ТАСС Замятин выразил глубокую благодарность ЦК КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, лично Леониду Ильичу Брежневу за высокую награду Родины.